помнит вечно ломающиеся стрелы Нерф? Я лично да. И я представляю серию, которая решает эту проблему. Как думаешь, какая это линейка? Правильно, Vortex. Я уверен, что ты сейчас скажешь, что-что? Vortex? Ты сейчас серьезно вообще-то? Ее давно уже не выпускают. Я тоже так думал, пока не посмотрел свой ролик. Меня зовут Дизмон, сегодня расскажу о перезапуске серии Vortex. Погнали! Нерф представили три новых бластера для этой линейки. А именно, Vortex, Pyragon, Praxis и Vigilon. В этом видео ты узнаешь, почему серия Vortex перевернет мир бластеров. А теперь пора рассказать про эти пушечки поподробнее. Начнем с малого по велику. Нерф, Vortex, Vigilon. Стоить он будет в районе 1500 рублей, но только на американском рынке. В России он будет намного дороже. Что касается самого бластера, он вмещает в себе 5 дисков Vortex и не имеет обоймы. Взводится привычным образом. Ну а что касается стрельбы, ничего не известно. Будем надеяться, что Нерф там не налажает. А теперь минутка лайфхаков. Если ты вдруг попал на открытое поле без укрытий, тебе нужно срочно где-то спрятаться, используй свой бластер. Как это работает? Ты сворачиваешься клубочком, как твой котик, и прячешься за бластер. Очень хорошо подойдет для этих целей судья. Пользуйтесь на здоровье. А теперь переходим к следующему бластеру. Nerf Praxis. Это что-то средненькое между этими тремя бластерами. В его обойм можно зарядить 10 дисков Vortex. Также есть возможность прикрепить приклад. Что касается дизайна бластера, он такой клевенький. Стоить будет он приблизительно 2300 рублей, но это только в Америке. Идем далее. Какую самую большую обойму Nerf ты знаешь? Ну-ка, от Hyperfire на 25 стрел или от Rampage на 35? Теперь это не так. Представляю вашему вниманию Nerf Vortex Pyragon. В его обойму влезает 40 дисков Vortex. И меня это впечатлило. Стоить он будет около 3700 рублей. И это дорого. За эти деньги можно присмотреть бластер из серии Rival. Хоть это и перевыпуск старого бластера под новый, все же это возрождение интересной, необычной серии. Но старая версия стоила намного дешевле, аж 2500. Но теперь пришло время рассказать, почему эта серия может перевернуть мир бластеров. Диски намного надежнее стрел и, возможно, будут летать намного лучше. Вот такая простая истина. А сейчас я вам покажу свой концепт диска Vortex. Такой можно будет попробовать вставить в бластер Vortex. Если тебе нравится идея, поддержи лайком. Пиши в комментарии, что ты думаешь по поводу этой серии. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои самые новые ролики. С вами был Дизмон. Пока!